Всем привет! Вы на канале «Мои домашние хлопоты». И на моей кухоньке сегодня появилась новая помощница. Я купила себе вот такую ножеточку. Я так устала с тупыми ножами, что разбиралась в этом долго. Мне сказали, что это будет работать замечательно. Сейчас мы ее с вами распакуем. Вот такая вот штучка. Здесь три отделения. Я еще не знаю, какой для чего принадлежит. Сейчас мы с вами будем с этим разбираться. Я был вчера сунула нож сюда, но у меня не все получилось. Итак, здесь есть инструкция подробная, как этим пользоваться. А еще благодарность. Говорят, благодарим за приобретение продукции. Вот какой очень такой внимательный производитель. Так. Говорят, что эта точилка одинаково удобна для правшей и для левшей. Ей можно пользоваться с любой стороны. Точилка имеет классический дизайн. С эргономической рукояткой. Ну, тут я согласна, очень удобная рукоятка. Нескользящие вставки на основании точилки. Вот они, есть такие нескользящие вставки. Они доставляют нам комфорт и безопасность. Перед использованием обязательно прочтите инструкцию. Я согласна, потому как вот такие, как я, которые никогда этим не пользовались, не знают, как этим пользоваться. Итак, заточка ножей. Я вот тут приготовила ножи со своей кухни, которые всегда тупые. Вот, заточка ножей. Возьмите нож за ручку и, крепко держа точилку другой рукой, поместите лезвие ножа в отделение для правки лезвий номер 2 от ручки. Это нужно, значит, взять нож и поместить вот в это отделение, вот в это, во второе отделение. Это отделение для правки ножей. Оно у нас исправит все зазубрины. Говорят, что нужно провести по нему, так, 3-4 последовательных движения. Давайте делать вот так. Раз. Два, три, четыре. И это отделение должно исправить все зазубрины. Я, честно говоря, не знаю, были у меня там зазубрины или нет, но я уже это исправила, будем надеяться. Так, теперь основная заточка. Говорят, поместите лезвие ножа в отделение с точильным элементом номер 3. Вот это номер 3 от ручки ножа. Значит, вот в это отделение должна поместить нож. Я, честно говоря, вчера пыталась воткнуть вот это. А оказалось, оно совершенно для других целей. И здесь сколько раз? 7-8 раз должна я сделать. Ой, мамочка моя родная. Так, я сейчас поставлю. Поставлю вот так, чтобы вам было лучше видно, а мне удобно, потому что на весу это держать очень тяжело. И здесь даже вот, кстати, стрелочка есть, вот, в какую сторону нужно точить. Сейчас я попробую. Раз, о как, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну и пробуем. Слушайте, правда, нож стал острым. Нож стал острым. Боже, неужели я избавилась от этой проблемы на моей кухне? Я почему стала доделывать? Потому что я вот смотрю, вот он точил
но не совсем с краешку, а вот подальше. Возможно, это я немножко не так. Поэтому заточен он будет чуть подальше. Ну-ка, я вторым ножом попробую. Сначала мы серединку. И 3-4 раза. Раз, два, три, четыре. А теперь вот сюда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну-ка пробуем. Ой, и правда. Боже мой, неужели я буду с острыми ножами? Какая красота! Но здесь существует еще вот третье отделение. И давайте-ка мы прочтем, для чего предназначено третье отделение. А третье отделение предназначено для заточки ножниц. Вернее, это наоборот, отделение номер один. После заточки аккуратно вымойте изделие в мыльной воде и вытрите насухо мягкой тканью. Будьте аккуратны с заточенными ножами, чтобы не пораниться. Понятно. Ну-ка, мы попробуем. Вот почему-то подробно не написали, как я должна поставить ножницы. Вот так. Наверное, так, как точить. Бог знает. Наверное, вот так. Наверное, вот так. Опа. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Надеюсь, я не испорчу ножницы. Так, точатся они вот с этой стороны. С этой стороны. Нет. Потому что у них вот точильный элемент вот с одной стороны для ножниц. Для ножей здесь посередине, а здесь с двух сторон. Вот, теперь я поняла разницу. Потому что вчера я попыталась засунуть вот сюда, это отделение для ножниц. И, честно говоря, не поняла эффекта. Мне показалось, что у меня нож заточился с одной стороны. Вот и действительно, он был заточен с одной стороны, потому что это отделение для ножниц. Вот так. Раз, два, три, четыре, пять. Опа. Красота-то какая. И вот так. Раз, два, три, четыре, пять. И действительно, ножницы заточились. Боже мой, какое счастье! Вот они чуть-чуть заточились. Боже мой, какое счастье! Итак, я сегодня опробовала вот эту точилочку, мою помощницу на кухне, точилка для ножей. Очень она мне понравилась. Я надеюсь, что теперь ножи на моей кухне будут всегда острые, и я не буду мучиться. И видео с рецептами у меня будет выглядеть гораздо лучше. Ну, на этом все. До свидания. Пока. Встретимся на следующем моем видео. На том, которое вам понравится, на том, которое вы захотите посмотреть. У меня есть и кулинарные рецепты, и косметика на кухне. У меня есть домашнее цветоводство. А сделала я его на этом канале не просто так, ведь он называется «Мои домашние хлопоты». И я хлопочу и о своих замечательных цветочках, которые вы сейчас видите. Мне очень понравилась эта ножиточка. Надеюсь, она прослужит мне долго. И я пока абсолютно счастлива. До свидания. До новых встреч!